Городской субботник в Красноярске перенесли на неопределенный срок. Из-за ситуации с коронавирусом мэрия решила не подвергать людей опасности и перенесла уборку. Однако городские службы свою работу продолжают. Сегодня памятник Ленину на площади Революции очистили от грязи и пыли, которая накопилась за несколько месяцев. На это ушло 1,5 часа и 6 кубометров воды. Мыли вождя щетками и гидрантом с обычными моющими средствами, а при обработке ступеней и постаментов добавили еще и дезинфицирующие средства. Специалисты управления зеленого строительства также привели в порядок облицовку и надписи. При этом, говорят, дату для этих водных процедур выбрали не случайно. Памятник находится недалеко от улицы Карла Маркса. Движение достаточно интенсивное здесь. Пыль, грязь с дороги. Естественно, все это оседает на памятник, чтобы выглядело достойно. Дату, ну, потому что завтра у вождя мирового пролетариата день рождения, перед днем рождения. Стараемся каждый год его помыть, чтобы чистый был.